Доброе утро! На календаре 6 августа Православная Церковь сегодня вспоминает первых русских православных мучеников, князей Бориса и Глеба, детей князя Владимира Красносолнышка, которые были убиты по приказу, по одной версии, князя Святополка Окаянного, по другой князя Ярослава, впоследствии которого назовут Мудрым. Борис и Глеб, поспел хлеб, говорили об этом дне в народе. Поспевала первая пшеница, также в это время начинали собирать ягоды черемухи. Считалась она покровительницей влюбленных, считалось, что ее ягоды являются оберегом от сил зла, а в некоторых районах Сибири и Заурали в голодные годы из ее ягод сушеных делали муку. Всем мир, любовь, обнимайте любимых чаще, хорошего дня!